центр Керчи, улица Володя Дубинина. Такая небольшая улица, прямо он центральный идет. Памятник Володе Дубинину. Нашему герою керченскому. Подойдем поближе. Реки такие. Пионер Володя Дубинин. Чувство патриотизма было огромное у советских людей. Я помню, мне мама рассказывала, как они после бомбежки люди бежали здесь и в Керчи на мол, где стояла баржа с сахаром, тащили сахар мешками там с баржи тонущей, горящей. Наши отступали, а они, несколько там пионеров, вытаскивали с библиотеки труды Ленина и Карла Маркса. Вот такие люди были.